Идет трансляция. Город Воскресенск, закрытие ярмарки около торгового центра «Магнит». Документы не представлены. Да. Закрывают предприниматели, которые оплатили всю аренду. Люди не могут оплатить даже перевозку. Это произвол. Выкладываем все на YouTube, Instagram, отправляем к Путину, отправляем Сечину. Вот этот человек не дает людям работать, все голодают, денег нет, торговли нет, жизни нет, ничего нет, жить невозможно. Я это все отправлю на YouTube, скину и буду на всю страну это говорить. Мы голодаем, мы частные предприниматели, еле выживаем. Сказал, видите, кто вам приказал это? Да, вот бабушка еле выживает. Вы что, всех уже задушить хотите? Вы хотите, чтобы все сдохли? Мы еле выживаем, еле-еле. У меня за год 20 тысяч только я получила за год. Я уже голодаю, мне не на что людей кормить. У меня инвалид первой группы, второй группы, с инсультом, инфарктом. Вы не работать не даете ничего.